Привет, дорогие мои друзья! Сегодня мы впаяем платку, которая может записывать до 20 секунд голоса. В наборе имеется платка, здесь есть кнопочки Play и Rec. Установил часть элементов, кнопочки, двухпозиционные переключатели, резисторы согласно номиналам, конденсаторы, они тут почти все с маркировкой 104, один с маркировочкой 102, вот такой вот маленький. Переменный резистор, сейчас мы с вами все это запаяем и установим оставшиеся элементы. Паять будем USB паяльником, флюс я уже нанес. Ну все, половину деталей припаяли, теперь отрежем выводы и установим вторую половину. Все оставшиеся элементы на своих местах, то есть это конденсаторы неполярные, панельки, разъемы и микрофон. Перепутать здесь что-либо сложно, все подписано, полярности у диодов подписаны, у конденсаторов подписаны, длинная ножка плюс, короткая минус. Только вот эти вот два конденсатора на 4,7 микрофарата и на 47 можно по невнимательности перепутать. То есть когда будете устанавливать, будьте внимательны. Теперь давайте все припаяем. Монтаж элементов завершен, отрежем выводы и отмоем плату. Отмыл плату от излишков флюса, напомню, что паяли USB паяльником, достаточно неплохо получилось. Все элементы ровненько установлены, особенно двухпозиционные переключатели и разъем для подключения питания. Теперь давайте установим микросхему усилителя в панельку, это вот эта вот маленькая микросхемка. Совмещаем ключи и устанавливаем. Установили, теперь установим микросхему, которая у нас будет записывать голос. Точно так же ключи совмещаем. Прежде чем установить, вот так вот немножечко подгибаем ножки. Подогнули и устанавливаем. Все, микросхема как здесь и была. Теперь давайте подадим питание и проверим, как это устройство работает. Питать мы эту платку будем 5 вольтами, то есть от USB разъема при помощи вот такого вот кабеля. Подключим сюда кабель и воткнем в комп. Загорелась индикация, то есть эта плата готова к работе. Давайте я вам немножечко расскажу про кнопочки, что и зачем. Значит, вот эта кнопочка, это кнопочка записи. Нажав и удержав ее, мы сможем записать звук. Тест 1, 2, 3, проверка связи. Вот так вот мы записали запись, и теперь при нажатии кнопочки Play она будет воспроизводиться. Если мы нажмем вот эту кнопочку, то она будет воспроизводиться столько, сколько мы ее будем держать нажатой. Вот этот переключатель нужен для того, чтобы включить циклическое воспроизведение, то есть здесь написано Replay, и когда мы его переводим в правое положение, плата начинает просто циклически воспроизводить записанную фразу. Следующий переключатель нужен для того, чтобы то, что мы говорим в
микрофон, сразу же напрямую через усилитель выходило в колонки. И в общем-то все, ребята. Значит, здесь два выхода для колонок. Этот выход — это низкочастотная составляющая звука, а вот этот выход — это высокочастотная составляющая звука. Ну, как мне показалось, то есть эта плата делит звук на составляющие. И при помощи вот этого переменного резистора мы можем выровнять звук, то есть как-то так. В общем, сейчас мы с вами подключим колонки и посмотрим, что мы там назаписывали. Подключил колонки и смотрите, что у нас получилось записать. Тест 1, 2, 3, проверка связи. Вот, давайте включим циклическую запись и попробуем покрутить переменный резистор. Я вам покажу, что будет происходить. Тест 1, 2, 3, проверка связи. Тест 1, 2, 3, проверка связи. Тест 1, 2, 3, проверка связи. То есть мы его вращаем по часовой стрелке, и у нас вот эта вот высокочастотная составляющая становится громче. Но если мы добавляем сильно, то звук как бы в клипе, в клиппинге. Вот этот переключатель, как я уже сказал, это то, что мы говорим, воспроизводится сразу в колонке. Ну и вот эта кнопочка, когда мы ее нажимаем, удерживаем, воспроизведение идет, отпускаем, воспроизведение тут же прерывается. Смотрите, как это работает. Вот так вот это работает. В общем-то все, ребята. Ну что сказать, платка офигительная. Ссылку на нее я вам оставлю в описании под этим видео. Переходите, покупайте, прикольный наборчик для сборки. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи и хорошего настроения. С вами был Александр. Па-па-па-па. Показать вам, как это все работает. Я возьму вот так вот купюру номиналом 100 рублей. Но это не важно. Была бы 1000, 1000 бы положил. Мы с вами сейчас положим сюда купюру. Возьмем сковородочку, нальем в нее водичку и попробуем. Квадрокоптер не просто будет летать, а еще показывать нам, куда он летит. Здесь у нас, видимо, защита, не знаю, сейчас мы разберемся, что это такое. Я думаю, что это защита вот этих вот огромных просто лопастей.